Друзья, всем привет! Вы смотрите канал «Новое название. Парфюмерная лавка», канал о продаже покупки парфюма из-за границы от Ивана Фаворского. Я вас всех приветствую, вы меня просили сегодня, задолбали своими сообщениями, когда новое видео выйдет. Ну, ребят, я на основной работе, некогда мне особо видео снимать. Сегодня у нас красавчик. Сегодня будет не просто видео, меня подписчик Сергей попросил снял. Сегодня будет видео такое, к сожалению, у меня нет с собой подделочного аллюра, да, разоблачения. Хотелось бы, как-нибудь мне пришлет кто-нибудь, да, подделку аллюра. Но я вам, у меня будет в руках оригинал, да, аллюром оригинальная классическая туалетная вода 99-го года. И я на камеру увеличу, покажу, как же определить все-таки, чтобы точно вы покупаете где-то на Авито, да, бушное. Потому что 99% 90 объявлений на Авито, это все паль. Это все подделки дубайские, турецкие, с каких-то рынок, поэтому смысла нет. И вы можете подделку купить и понюхать запах, и разочароваться, и сказать, вот, аллюры все говно, это запах нехороший. Ну, этот аромат, это просто секс во флаконе, это просто оргазм, это просто легенда. 99-й год, аллюром. Вот так вот я постараюсь увеличить, он выглядит, да, классически, в новом дизайне, да. В первую очередь, пока я все не забыл, сейчас мы его побачу, пробьем, да, все-таки, какой год выпуска. Я вот купил, да, вот только пришел с бутика Шанель, оригинальный парфюм, да. Мне интересно, я потому что вот это не проверяю, потому что там, где я покупаю, да, приобретаю, там 100% оригинал, 1000% оригинал. Поэтому я сейчас в прямом эфире, я уже надухарился, да, пока его забрал со встречи с другом, шел, надушился, и прошло 2 часа, и у меня уже пока вот эти мысли есть, да, в голове про этот парфюм. Я вам сейчас все расскажу без обмана. Так, пробить побачу, мне просто побачу интересно. Парфюм. Парфюм Шанель. Соседи задолбали внизу, жужжат. Мне сегодня в ночь, блядь, со своим ремонтом. Поэтому я думаю это. Все равно я не посплю перед ночью. Думаю, лучше обзор для вас, мои хорошие, запилю. Пробить, побачу, парфюм Шанель. Так, сейчас посмотрим на оригинальном сайте, введем. Я вообще этими вещами раньше не занимался, да? Я просто брал в проверенных местах. Иногда, мои хорошие, я вам скажу, да, и за 1000, и за 2 лучше переплатить. Потому что халява, как правило, она боком вся выходит. Поэтому лучше переводить. Так, партии повторяются каждый год. Написано этому парфюму, да, 3 года. Но партии повторяются каждые 8 лет. Он очень стойкий, я это заметил. Возможно, он не 21 года, да? Так, 21 минус 8, это у нас 13-15 года где-то так он. Потрясающий аромат. Сейчас я вам все расскажу про него. Дальше что? Вот этот парфюм оригинальный, да, потому что я могу в любой момент сделать заказ, и мне заново он придет. Вы можете у меня купить. Аллюром, классическая туалетная вода, мужская, 99-го года выпуска, да, по батчу мы с вами посмотрели, пробивается, что 21-го года, но мне кажется, все-таки 13-й год, потому что у меня опыт в аллюрах вообще большой. Цена 15 тысяч рублей за этот флакон. Так, почему такая дешевая цена, да? Сейчас аллюры стоят 16-17. Почему 15 всего лишь? Ну, потому что при транспортировке на этот парфюм повредилась слюда, повредилась пленочка. И как бы это, пленочку выкинули, да? И то это вроде еще тестер, кстати. Тут вот написано, что это еще тестер. Поэтому он будет 100 раз четче, да, у него будет стойкость шикарная, поэтому для меня это не пугает, когда тестер, поэтому, потому что он дешевле, поэтому. Который будет в коробочке, да, он, естественно, будет дороже, и не будет на нем написано тестер, да. Тут написано специи, бой с дерева, да, это. Потрясающий аромат просто, вот это кольцо, да, офигенная вообще крышка, да, поэтому по всему видно. Внутри металлический шарик, да, как я говорил, но это Ориго 1000%, так что 15 тысяч рублей флакон. После обзора, да, буквально я сегодня нанес 4 пшика, не хватает. Дальше что? Если хотите ручку заказать, не покупайте большой огромный флакон, не знаете, подойдет вам. Вот такую вот металлическую, да. Я сейчас, атомайзер у меня в подарок идет. У всех моих конкурентов он стоит 100-200 рублей. У меня он идет в подарок. Вот такой атомайзер полный, набитый. Стоит 2000 рублей вот этого будет парфюма. Мы его нараспив запьем, если не купит вдруг флакон. Либо пол этого флакончика 5 мл, эта цена будет 1000 рублей. В общем, флакон пятнашка, 10 мл, 2000 рублей.
5 миллилитров половинка, 1000 рублей. Зато настоящая оригинальная аллюра, а не какая-нибудь непонятная с рынка. Ну, если вот эти металлические не успеете, да, вот в таких вот ручках может дело все это прийти. Потому что очень много заказов, поэтому успевайте. Также напоминаю, вот кинзо, мой любимый аромат, да, можем другие. Другой аллюр тоже можете, Home Sport есть пока в наличии, успеть. Тоже 2000 рублей, 10 миллилитров, 5 миллилитров, 1000 рублей. Так что спешите. Так, мы посмотрели, да, по дате, что либо он 21 года, либо партия обновилась, да, 8 лет назад, это где-то 13 года. Потому что по ощущениям, да, по агрессии, он, видно, что он не свежачок такой, напористый, настоялся. Поэтому я так думаю, это сугубо мое личное мнение. Оно может, допустим, от вашего отличаться. Так, сейчас в прямом эфире, наверное, разберем этот парфюм, чтобы вы знали, как купить оригинал. Может быть, вы хотите где-то в другом месте найти другого человека, купить. Я вам сейчас подойду, и на камеру мы разберем и посмотрим. Поближе. Увеличу, да? Так, вот флакон, да? Когда берешь в руку, да, крышечка, все, ну не фокусируется. Его, понимаете, стекло, да, сразу видно оригинал. Сразу вот в руке, да, ты ощущаешь вот эту энергетику дорогой вещи, что не дешманское. Вот это внутри то, что написано, там Шанель, это все ерунда. Вот здесь должен кругляшок металлический быть. Шарик вот здесь прям, понимаете? В пале будет пружина, пружина в пале, тут металлически видно. Так, дальше что? По пульвику вы ничего не поймете, да? Вот это колечко должно быть тоненькое, тоненькое, не ощущаться. В пале оно толстое. Так, и самое интересное сейчас при вас, снимаю пипку, металл, внутри металл. Так, видите, фокусировался, металл, вот это оригинал. А если тут пластик, не пойми что, это паль, а вот это металл, вот и все. Вот так вот выглядит любой аллюром спорт, ой, брызгает, Шанелька, да, надо ее сделать, приделать пипку. Мне просто жалко пшикать, да, чтобы она села. Ну и крышечка, видно, плотная вся. Вот такие вот дела. Видно, что оно щелкает, да? Что все это защелкивает. Так что внутри металл. Но когда вы покупаете в интернетных магазинах непонятных, там вам никто флакон не откроет и не покажет, что внутри металл. Поэтому я советую только покупать парфюм у меня. Либо на распив, либо цельный, любой флакон, Аллюра, Шанель. Я вам это дело сделаю. Я вам сегодня рассказал просто полезную информацию, да, которую блогеры большинство... не расскажут, они рассказывают про вот ноты, да, про всякую ерунду. Сейчас мы с вами ноты послушаем, понюхаем аромат. Я просто уже его нанес, да, я хотел, конечно, сделать это на камеру, чтобы тут наносить. Мне как бы жалко его, да, потому что я его продаю людям. Мне жалко его наносить, поэтому будем беречь. Ну, у меня он был в старой версии, это наводил, все то же самое, плюс-минус 99. Так, якобы пишет компания Шанель, что он цитрусовый, ванильный, там теплый, пряный, да. Мои ощущения. Сперва я его нанес аллюром. Шанель туалетная классическая вода. Специи пошли. Восток. Восток, даже может быть Дубай. Какие-то такие, знаете, вот он, все, встал на место. Восточные такие сказки. Египет, Тунис, какие-то страны такие. Восток. Я был в пустыне. Что-то такое у тебя прям. Пустыня, восток, специи, черный перец, типа... Незиры, сейчас я вам скажу точно, анис, ну что такое, приправы. Дальше что? Дальше пошли кислые, свежие персики, абрикосы, бархатистые такие, прям молодые, свежие, нектарины или даже, знаете, вот эти, ну да, правильно, нектарины назвал, кислые, свежие персики, абрикосы. Дальше все это проходит, после персиков третье идет раскрытие, это сливочность, это ваниль, это сливочность, как будто пирог, персики, абрикосовый пирог. Вот Эдисон Бланш это лимонный пирог, да? А Аллюром это пирог, чизкейк, десерт, вкусняшка, наверное, персиковый или абрикосовый, если такой существует пирог. Даже что-то с сухофруктами связано. Вот и весь этот парфюм. А то, что написано, это большинство людей не слышит. Сделан в 99 году. Самый лучший парфюмер Жак Польш. Да, сейчас он в доме Шанель не работает. Сейчас работает Оливер Польш, это его ж не сын. Оливер Польш, конечно, крутой, да, но мне не нравится Оливер Польш. Почему? Потому что он делает больше дел ароматов для дома Dior.
И там такие ароматы, и все вот, он свою ДНК ставит. Вот Жак Польш, да, везде свои альдегиды свое, да, ДНК делает. А вот Оливер Польш, он везде, как Валентина Ума он создал, Диор, ОМ 2005, он вот свою вот эту какую-то шоколадность, ореховость. Блюдо Шанель парфам, версия последняя, это тоже он сделал. Я не люблю, я люблю Жак Польш, для меня это лучший парфюмер. Лимон, персик, имбирь. Да, имбирь, персик, это все есть. Мандарин, лаванда, бергамот. Дальше что? Перец, это у нас кедр, пачули, да, вот это все есть. Дерево, да, жасмин. Тут очень много нот, да, очень большой замес. Ваниль, бобы тонка, вот это в конце. Немножко даже кокоса, сливочность, амбра, мускус, кожа. Ну, кожу я тут не слышу, дубовый мох. Что вам еще сказать про этот вкусненький ароматик? Про ноты сказал, год выпуска сказал. Стойкость, стойкость. Мне кажется, максимум 6 часов, максимум. Минимум 4 часа. Да, если вы вещи, конечно, надухарите, да, стойкость будет там, может быть, и 12 часов, и сутки. Но на коже 4-6 часов, все, и он исчез. Ну, я считаю, для такого приятного аромата это вкусно. А остальные люди, они как бы врут. Поэтому надо брать староделы, да, пусть даже 3 года парфюму, 4, 5, 6, 7, они не портятся, лучше брать староделы. Лучше брать тестеры, потому что я когда беру тестеры, они реально лучше. Которые вот в Duty Free стоят парфюмы, в чем проблема-то? Ты пшикаешься, садишься в самолет, проходит часа полтора, все, он не пахнет. Такое ощущение, как будто в Duty Free подделку продают. Или какую-то страну-изготовителя, очень много стран, да, подделывает, делает. В каждой стране есть Шанель. Это вот как Toyota. Есть Toyota Дубай, в Дубае, да, собирает, дубайские сборки, да. Есть там Toyota там, в Казахстане, в Таиланде, да. Конечно, в самой Японии лучше Toyota, да, и, возможно, в самой Франции, да, там аллюр лучше. Но вот у меня поставки, да, идут конкретно с бутиков, не с интернет-магазина. Потому что в интернет-магазине они все слабенькие. Там стойкость, блин, на 40 минут. Поэтому я не люблю интернет-магазины. Так что я вам сказал, цена 15 тысяч, спешите, один единственный флакон, может вообще не быть, вот это видео выйдет, может его уже не быть, ну напишите мне в WhatsApp, Telegram, я отвечу, если он есть. Либо с вами найдется 2-3 человека, вот такие ручки, 2000 рублей, за оригинал это копейки, либо полручка 1000 рублей. Так что спешите, доставка почты за ваш счет. В принципе, я вам все рассказал, ждите мое второе видео, да, вот это про аллюр было, про аллюром я вам дифирамбы рассказал. Второе у меня будет про одеколоны, да, коллекцию собираю. В принципе, я вам сегодня расскажу то, что у меня есть. Вот есть такой одеколон цветочный от Бракара, Новая Заря, да, там цена в районе 150-200 рублей, цветочный. Есть такой аромат Dior 32 Фаренгейт, старый выпуск, если мне не изменяет память. Вот он на него похож. За 200 рублей пахнуть Диором минут 30-40, но это круто. Это на первое место одеколон. Второй одеколон, как правило, Красная Москва одеколон, да. Он, аромат у них секс, да, все думают, что это бабушкина Красная Москва для женщин. Нихера, тут пудра, такая ванилька, такая сладость, это аромат у них секс, под такой дорогой Шанель, как будто 60-е, 40-е года, альдегиды. Ну, потрясающий одеколон, но только после бритья. Духи Красную Москву я не люблю, либо люблю ее в легкой версии, серенькая она такая другая. Дальше что, нараспив остался Джо Малон, Вуд Сейдж. Ну, соленое море, да, там что-то как-то так, 10 миллилитров, да, тоже в районе 1500. Покупайте Джо Малон, да, такой одеколончик прикольный. Прикольный после бритья и как туалетная вода. У меня вот этот остаточек, да, я покупал в Таиланде, он настоялся очень, он настоялся, поэтому будет круто. Морская соль, соленые камни, такая свежесть, какие-то еще специи, приправы, короче, круто. Люблю вот такой для мужчин одеколон просто Новая Заря. Просто для мужчин одеколон Новая Заря. Он клон Dior Homme 2011 или Dior Homme 2005. Один в один просто как будто взяли и сюда налили, только стойкость на 5 минут. Ну как будто это то же самое. Поэтому это круто. От Новой Зари для мужчин одеколон. Всем советую. Вот цена в районе 150-200 рублей. Кинзо вам сказал, да, за 1000. Кинзо сейчас акция 1000 рублей 10 миллилитров. 5 миллилитров 750 рублей. Это вообще, почему люблю Кинзо, Квентин Биш, почему люблю и Шанельку. Шанелька вкусная, но Шанелька 6 часов, все, ее нету. А Кинзо 8-12, я после работы прихожу, после смены, 13 часов Кинзо на мне. Но это свежак, морской на любителя. Так что смотрите. Про ручки эти сказал, все это в подарок идет, металлические вот эти. Дальше едем, одеколон Саша. Мне не зашел, он рожадав олигарх аромат. Почитайте рожадав.
Есть такой аромат Terra Hermes, ветивер, вот это все. Вот это он, вот один в один Terra Hermes. Я не люблю Terra Hermes, поэтому как-то так. Одеколон Паша. Мне понравился, видите, осталось чуть-чуть, сдетсал прям древесный, цитрусовый, дорогой аромат туалетки как будто. Люксовые туалетки, поэтому прикольно. Стойкость слабая, мне не нравится. Но аромат потрясающий. Цитровый, древесный, Паша, одеколон. Я вам рекомендую. То, что я рекомендую, то, что я продаю, я что сам пользуюсь этим, да, то и разливаю. Другое я ничего не покупаю. Поэтому Allure Sport заказывай. Allure Sport Extreme. Заказывайте все аллюры. Целые флаконы заказывайте, либо на распив, потому что это круто. Home Sport серый, у меня сейчас только вот он, приготовлен в ручках. Его нету, флакон уже ушел. Его постоянно кто-то спрашивает, постоянно его кто-то покупает. Это лучший аромат. Allure Sport, Allure Homme на втором месте. Экстрем на третьем месте. Allure это лучше. И на четвертом-пятом Кинзо. Еще есть Dior Sport 2012 тоже в ручках. Так что заказывайте, пока есть Диорчик. Либо целый флакон Dior Sport 12. Я видео. Сейчас я вам покажу. Ладно, хрен с ним. Просто неохота вставать туда-сюда через стол перелазить, да? Вот так вот он выглядит. Это вообще легенда парфюмерии, да? 12 года. Ну, не хватает тут пшика 4. Он стоит 8000 рублей флакончик. Он один в единственном экземпляре. Коробка, к сожалению, отсутствует. Такой сладкий, ирисовый, пудровый диорчик. Ну, прикольный такой. 12 год всем советую. Либо ручка 2000 рублей, либо пол ручки 1500 рублей. Потому что дорогой аромат. Так что всем советую. Его можно. Ну, или флакончик вот этот 8000. Ну, тут полтинник, полтинник. Так что с вами был Иван Фаворский, парфюмерная лавка. Вот так вот мы с вами посидели, да, сегодня. Ждите новое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сделайте так, пришлите мне донаты, да, чтобы мне хотелось снимать для вас, да, там небольшую копейку. Поддержите канал, чтобы чаще я выходил в эфир, чаще снимал, да, заказывал новый парфюм. Мне будет приятно, да. Так что не скупитесь. Всем добра, всем пока.